Здравствуйте, я Илья Колмановский, я биолог, и я приглашаю всех на лекцию «Происхождение человека», потому что для меня человек — это в первую очередь очень необычное животное. Это необычная двуногая обезьяна, которая сильно отличается от других млекопитающих. Вы, может быть, думаете, что все дело в том, что у нас очень крупная голова, но на самом деле сегодня, в 21 веке, зоологи узнали массу потрясающих фактов о тех очень необычных двуногих обезьян, от которых мы произошли. Мы поговорим о наших самых необычных в природе руках и ногах, об очень странных зубах и о том, как мы, оказавшись в мире, где другие млекопитающие вооружены гигантскими клыками, копытами и рогами, не имея ничего этого, все-таки выиграли в борьбе за существование и отправили наши спутники в космос. Приходите на лекцию «Происхождение человека».